Чебоксарах прошел республиканский бал юных патриотов «Вальс Победы». Местом танцевального марафона стал Чувашский кадетский корпус. Сюда приехали более 300 учащихся с 25 кадетских школ и общеобразовательных учреждений. У «Вальса Победы» есть своя история. Он стал символом мирной жизни. Его танцевали в Победном 45-м году, танцуют и сейчас, в год памяти и славы. Свободный стиль, обязательная программа, а еще определение лучших пар. Традиционный конкурсный набор никто не отменял. Все как положено, было и жюри. Будущие офицеры должны иметь выправку, осанку. Но, пожалуй, главное – это атмосфера послевоенного времени, в которую окунулись танцующие пары, когда над головой мирное небо и вся жизнь впереди. Александр Соловьев, Игорь Зверев, «Республика».